Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, смотрите продолжение сетевой партии за Майю в Sid Meier's Civilization 6 на восьмерых. Начало в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к ней, ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть сначала. Спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Вам всем приятного продолжения просмотра и, пожалуйста, не забывайте делать шортсы, ставить лайки, оставлять комментарии. Перс, я не понял, у тебя 4 города только? Да. Ну ты даешь. Корея, лол, конечно. Хотя у Нубии 5. Ты прошел? Не, 5 идет. Видишь, 6 будет. Зачем ты в это веруешь? А, ты про это, на всякий пожарный. Конечно, на всякий пожарный, да, так и делается. Ну не было других верований, все такое скучное было, взял это. А во что там веруют? А, крестовый средняя поход? Атакующая мощь. Это кто, кстати, первый спросил? Это Флакон был? Не-не, это Грегор. Это Грегор. Кстати, храм Махабодхи вот тут могу построить, но пока не хочу. Лучше караван. Может тогда пока этот лес оставить. Оставить? Если я храм Махабодхи буду строить. Ждем Магнуса прибытия и будем там вырубать все. Так, парни, а смотрите, вот если ты веришь в чужую религию, она дает тебе бафы или только владельца? Дает. Она тебе дает только верование, первое, которое. И пантеон. Твой остается. Понял, спасибо. Он говорит, снеси уже этот аванпост, пожалуйста. Бери. Я деньги майню, там миллионы денег уже, 25. Ну, я сейчас его, или я его снесу. Ладно. Наверное, контрфорс надо открывать и дамбу устроить вот здесь. Не, надо вот тут покупать клетку и обсерваторию делать. Так. Больше, думаю, пока никуда не надо. Тут сколько стоит клеточка? 64. Может отойти пока из-под вулкана просто. Так, а тут надо жемчуг обработать. Парни, а если я город обосную в клетке вот аванпоста, он уничтожается сам? Да. Да. Это надо как-то латника убить, так? Значит, латники имба. Все, последний город поставлен. Итого. Кстати, в этом городе непонятно, где обсерваторию делать. Здесь, что ли?
Так, следующим ходом надо купить будет клетку. Ты скоро в союзе, Грега? Подскажи, где они? За гильдиями. Так, надо рабочих продолжать покупать. Так, значит, покупаем. Так. Ставим обсерву. Вырубаем. О, уже? Вау. Так, так может тут акведук тогда сделаем. Сразу к жилью нормальный бонус. Так, а за что я там деньги получаю в религии? Торговые пути, 2 золота. А, международные. Так, это мне союз надо. Лёш, возьми ученого. Ну что, мне постоянно какое-то говно выпадает? Лёш, я торгу тебя заберу. Заберешь в плане захватишь или в плане... Нет, я... Ну, с сюзеренами. Мне не надо захватывать. У меня стратегических ресурсов здесь 6, 7, 8 штук. Не против? Ну, я потом кину туда послов. Чё? Будем по очереди послов туда кидать. Там еще кореец, по-моему, тоже не прочь. Тоже претендую. Так, блин, рабочих забываю. Так, а долго у нас еще? Да, еще долго. Литье, канализация, нарезные столы. Ну, кстати, неплохие озарения. Тоже нельзя. Блин, а далеко это строительная инженерия? Там, по-моему, надо 7 районов построить, чтобы она открылась. Боже, там еще и гипосписты душат, да, песчаного вообще, змея. Вот одни от него идут отсюда и еще где-то сверху оттуда. Ну, а уже нету, видимо. Гипосписты — это сильнее, чем латник? Нет. Блин, или здесь лучше для капана промышленную зону оставим. У меня ж тут может быть ромашка.
Давайте тогда сначала правительственную тут. О, блин, монумент не поставил. Да, вот тут, конечно, на пустыне никак невозможно. В пятерке можно на пустыне строить ферму. А можно чуть таймер увеличить? Я не успеваю ходить, у меня есть много юнитов. Ну, он динамический. Это ж не я таймер выставил. Не буду обрабатывать селитру. Просто не буду. Потому что мне там ферма нужна, а не селитра. Может, мне уже укрепить религию или все-таки попробовать город этого построить? А, уже построили. Да как так-то? Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так... Убили разведчика гипосписты. Буддизм 10. 16. Кайф. Надо укреплять. Надо укреплять религию. Уи, охренеть просто. Блин, реально, а где мне здесь обсерваторию ставить? Что-то не соображу. Сюда так только 4, да? Потому что тут на трюфелях не получится. Сюда тоже... Не, кстати, сюда надо. Несмотря на то, что это у Маскату принадлежит клетка, но надо сюда ставить. Блин, 19 дамба. Может, тогда пока с промышленной зоны начать. Блин, ну я хотел тут обсерваторию ставить в Киригуа. Грег, ты же видел метку? Я уже туда довел. Чего, куда видел? Слева от Мироя метка. Ох, я туда хотел воткнуть город. Бля, я уже добежал, она уже ходов 10 стоит. А ты можешь... Бля, там пустыня просто, бля. Ну у тебя вот есть место повыше. Я тебя оставляю еще. Смотри, куда я хотел город поставить. Я понимаю, куда ты хотел примерно.
Вот ну, где типа... озеро, западно-нубийское озеро. Вот видишь, там справа. Ну, я смысле, вижу, вижу. Вот одну клетку где-нибудь мотанешься, то мы влезем. Не, вот в ту клетку он не влезет вообще никак. А ты не хочешь вон у тебя, где лошади обработаны? Мне нужна по соседству со стольней пустыня клетка. И тут дамба строится? А, здесь. Может, ну нафиг тогда? Господи, это... да не, но у меня он запланирован, куда мне? Я ж не дам тебе под стольню поставить город. Не, не буду, я там я буду фермы. Я не под стольню. Ну там до стольни 4 клетки, ну 5 клеток, 5 клеток до стольни. 7 клеток я вот ставлю, где метка моя стоит. 6. Теперь засуха началась. Давай 5, 6, я все-таки 7. Поставлю город. Ты со мной, ну, это тебе вообще не критикал. Так, а... Это хороший город. Что за миссионер у меня? Ну, у меня он в градостроительном плане, вот, как бля, сказать, ну ты пиздец, последний. Конечно. Блядь, я вел сюда посел, а 7 ходов. Не ругайтесь. Ну, это мой вообще посел, ты его извини. Получил на халяву. Не, это мой посел. Твой посел уже стоит. Извиняюсь, что ругаюсь, конечно. Безостановочно. Есть такое. Мы такое осуждаем. Да я понимаю. То есть на культуру, на деньги и на науку все забрали. Мне остается... На веру брать, походу. Ну, плюс 35, кстати. Еще плюс. Так, начинаем раскочегариваться. Что у нас там по великим ученым? Менделеев. У меня должно быть, если никто не читает, то в принципе у меня должно быть больше... Ага, у Кореи, у Нубии больше очков великих людей. Но это я имею в виду ученых. Но эту мы неприятность скоро поправим. В первую очередь, видите, даже не ресурсы роскоши, а именно, чтобы фермы поставить вокруг этих обсерваторий. Что-то на Киригу не растет нифига. Смокшу в Киригу назначу. Будем опять дружить. У кого спросил? Покон, у тебя. Будем дружить. Да. Да, кстати. Кстати, Нубия и Персия. У меня союзы открыты уже давно. У меня 3 хода. Я открывал другую. Нубия. У меня скоро. А ты кому караваны посылаешь? Ой, Леша, забыл делать. Тебе.
Грег. Да я там надо было, короче, посла получить на халявку. Я, короче, кинул еще раз на тебя. Господи. Так, а вот тут я, наверное, зря... Кореец, а ты кому? Монумент? Промышленный... Да, промышленную зону тут надо. Один караван, то пока только у себя. Дайте да, в дороге поставь. Нет, не дам. Ладно. В смысле нет подходящего места? Вот же речная пойма. Еще мог просто на этой реке кто-то уже построить. Пляж культурный с тобой союз. Пойдет? Окей. Не понял вообще-то. Но это другая река. Это река Самала, видите? А на Грехальве такое ощущение, что кто-то уже построил просто. Блин, прикол. Серьезно, кто-то, то есть где-то она там дальше. Прикол. Кто-то реально построил уже на этой реке. Все. Больше не может быть других причин, почему не дает поставить. Так, сейчас клетку куплю, и можно заменить эту. Англия, ты с этим лагерем разберешься, в конце концов? С каким? Вот, лагерь змея. Да-да, уже почти убил там. Три латника уже выпустил. Придуши змея. Я думаю, надо
рабочих прям покупать и покупать. Но карточку я хотел поставить на... Ну, парень, на 25 золота тоже. Ладно, нет. На строительство каравелл. 25 золота, круто. У меня вроде... У меня, наверное, не будет на каравелл карточки как раз. Морских древнего мира и античности, да. Каравеллы я уже открыл. Чинить надо, да. Я не могу поставить дамбы. Ну ладно, это другая река, вот это, предположим. Это другая река. Вообще у меня проблемы именно со стихийными бедствиями. Я не могу нигде дамбы поставить, чтобы их не было. Ну, странно. Давайте лучше здесь универ. А, караван здесь. Вообще караван купить могу просто. Да, я его купить могу. А промышленную зону, кстати, здесь можно сделать. Парни, а что надо за моды, чтобы карточки работали? Вот чисто один или два? Просто я вроде какой-то мод для карточек скачивал, они не работали у меня. Ну, если ты сейчас играешь с нами, значит, этот мод есть. Лучше карточки. Лучше ты без этого мода не смог бы зайти. Смог бы. Смог бы. Моды только у хоста должны быть. У остальных они подкачиваются, если их нет. Понял. Так что там, когда там союзы? Персты я вроде... Кинул. А, понял. Грега, ты скоро? Да, почти. Я, кстати, тоже скоро в союз. Так, апельсинки на трейд. Я тебе кинул, и можешь апельсинки еще кинуть там за второй ресурс. Я не увидел. Так, апельсинки у меня там и тут. Грега, предложение. Куда у меня? Что это за полярный исследователь во льдах? Так, мне в Киригуа надо... Может, здесь тогда обсерву? Варвары исчезли просто. Ну, в принципе, что здесь 5 можно сделать. Первым, что здесь 5. Не, наверное, все-таки сюда лучше. Нет? Нет, я давно убил, там 2 остались просто недобитых. И
Не уверен, что я тут правильно обсерваторию ставлю, честно вам скажу. Просто не уверен. Так, а что у меня этот миссионер? Во-первых, откуда он у меня? Во-вторых, что он тут стоит? Грего, предложение. У меня есть табак. А, такой табак. Все, давай, давай. Так, покупки клеток, наверное, все-таки уже уберу. Пока никуда не отправляем. Ирина Афинская, круто. Если нам достанется. Флакон, а ты мне селитры потом продашь чуть-чуть? Зачем? Для одного дела. Спасибо. Только продам. Не продавай, не продавай. А чё, у тебя нет селитры? Нет, ты забрал мою селитру. Ну я случайно, я говорю. Так, могут осуждать. А кто селитру запрашивает? Робертс, Корея. Чё, куда? Англия бедная, да, получается? Это в смысле? Чё, на тебя нападает Англия? Ну, то пока нормально. Не, ну если что-то хочет, то не надо. А у кого крестовый, кого осуждаем? Кореи. Робертс. Давайте не будем. Синтоизм. Да, правильно, забыл, что у нас крестовый поход есть там у кого-то. Роберт Сори там и так в тебя вольют. Парень, а что за крестовый поход? Я ж ничего не голосовал. Ой, тут опять разлив произошел. Парни, продайте. Когда конец? 5 ходов. Но мне бы в темный век и укрепить религию. Апостол 210, строитель 115. Ну, должно еще хватить. Вот тут хоть и вырубить можно. Так, парни, вас всех по одному. Никто не хочет построить, я куплю. Блин, почему у меня все дамбы вокруг обсерватории? Как я так поставил, конечно, все. Забавно. Флакон, а у тебя же вообще копится селитра?
Не надо, не надо. Парни, я хочу жить. Слушай, а если ты мне можешь дать 20 литров, а я тебе потом заплачу? Ну, попозже, но заплачу. Но попозже. Да, ты на Англию нападаешь. Ча. Шо-шо-шо? Ты на Англию нападаешь? Я ни на кого не нападаю, успокойтесь. Ну смотри, если ты на него будешь нападать, я у тебя сразу заберу город этот квас и брим, которого около Таруги есть. Так, 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 а давай по-другому, если я на него нападу, ты заберешь город? Если он на тебя нападет, ну, я на него сразу... Подожди, какой... Не-не, если я нападу на него. То есть, если он для накрытия. Если ты нападешь, нет, я никуда не пойду. Зачем? Да надо. Так, я бы, наверное, теократию. Мне вот чуть-чуть помощи надо, и все. Подождите, пойдет. Я что-то не понял. Кто только же говорил, кто что только же предлагал. Я еще ни на кого не нападаю, успокойтесь. Лакон, что ты насчет моего предложения? Я тебе кинул. Ну, давайте вассала возьмем. Все. Я тебе верну бабок потом. Кстати, вот тут акведук, наверное, норм будет. Только мне бы... А, ну да, туда надо, все правильно. Вообще во всех городах мне нормы акведуки, но кое-где у меня еще дофига жилья, чтобы акведуки прям строить. Рега. Ау. А тебе города Англии нравятся? О, как вот так завуалировано спросить? Это зря, парни. Это не надо. Там науки ноль, культуры ноль, парни. Там сидят аутисты, не надо. Ну вообще, да, 29 науки. Блин, я в нормальный век выйду. Может, пока не укреплять? Три хода. Давайте потерпим. Хочется в темный. В золотую я тут точно никак. Какой союз? Со мной научный. Финиш? Да. Грега, прими дружбу. Так, Грега, я предлагаю напасть на Корею. Надо просто чуть-чуть помочь. Это кто говорит? Это Англия говорит. Чуть-чуть помочь 29 наукой? Да нормально, нормально, я смогу. Наверное. Корея, сейчас, подожди, я не успел. Очень много микроконтроля за Майю, конечно. Просто очень много. Так, республиканское наследие давайте поставим. Вы в меня будете в караване? Я вот сейчас буду, кидаю в тебя. Буду. Сейчас построю караван и буду.
Грега, я тебе там союз кидал. Я его отклонил случайно. Тебе сейчас скину еще раз потом, на следующем. О, слушай, я тут Наску могу построить. А что, я стал союзником? Да. Блин, надо воспользоваться. Не так много у меня тут пустынь, но они прикольные. Блин, мне могут дать за это очки эпохи. Блин. Ну я вроде тут уже после извержения. Ну давайте проверим. Нормальный век? Нет, все, не дали. Отлично. Слушайте, тут бы гавань действительно. Где-нибудь вот сюда. Деньги есть, в принципе, выкупить клеточку. Ну вот нафига мне в копании, например, акведук строить, когда у меня и так 17 жилья. Правильно? Правильно. Не, лошади нафиг не нужны. Так, ну последний ход. Сейчас бы не набрать очков. Аншан. Видите, как он добавил? Очень неплохо. Фу. Я думал это... Ну, смотрите, оно добавило очки, но мне... 76... А, 77 требовалось, да, 2 очка требовалось, ладно. Сидим, ждем. Ну, следующим ходом же вроде... Эпоха. Так, Амани, тоже давайте ход потерпим, потому что это даст очки эпохи. Блин, фига себе, кава 5 геотермалок, что ли, получается вокруг кавы. Вот это везука. 5 геотермалок вокруг города Кава. Что-то нелегальное.
Так, Рега, предлагаю дружить. Так, центр коммерции, священное место. Центр коммерции можно, ну, на реке в любом случае, но нам и священка на реке нужна здесь. Так, а мушкетер всадника ваншотнет? Не ваншотнет. Там шанса ноль, да, где-то? Е, темный век, но отлично. Ваншот. Так, ну, наверное, торговые пути или районы. То есть там должна быть слишком большая разница по силе, чтобы ваншот. Торговые пути. Норм. Так, укрепляем религию. Стоимость миссионеров дешевле. Дальше распространяется. Давайте дальше. Так, три... очка к счету эпохи. Теперь сажаем Амани. Может, в какую-нибудь ГГшку важную? Не, наверное, в город. Это тоже дали очки. Дальше здесь... А, мы уже построили предприятие. Еще у нас на гипсе должно быть. Наводнение случилось за один ход до дамбы. Это какое-то издевательство. У меня наводнение 3 хода назад. 4 района. 5. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк! Комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.